Для 2 лет на самом деле это количество камня у Миши это слишком много. Нет, нет. Тихо, тихо, Миш, тихо. Зай, Юми Зай, Юми Зай. Хай, друзья, вы на канале Magic Family, волшебная семейка. И меня зовут Аня, и со мной сейчас мои собачки. Чихуа Софи, Миша, Юми и Эйвен. Эйвен, что ты там возвлекся? Я мужик, мне можно. Вот ты какой, а? А вообще у меня есть и другие питомцы, муравьи, хомячки и много-много других животных. И вы там такой. Отстань, Юми. Вот, понимаешь. Так что обязательно нажимайте красную кнопочку подписаться внизу, потому что с нами вам будет весело. И не забывайте нажимать колокольчик, чтобы самыми первыми прийти и посмотреть наши ролики. Колокольчик? Потому что как только ролик выходит на канале, я стараюсь отвечать на ваши вопросы в комментариях. Поэтому не опаздывайте. Как вы знаете, Чихуа Мишу мы спасли от усыпления, и она тоже у нас совсем недавно. И ее прошлая жизнь не совсем нам известна. Кстати, мы недавно выяснили, наконец-то, когда у Миши день рождения. 15 января 2015 года. Прошло некоторое время, и я думаю, что Миша уже у нас освоилась, и поэтому пора нам, наконец-то, почистить ей зубы. Зубы! А что это? Сегодня мы с вами будем снова бороться с вредными детками ради их же здоровья. Ну что ж, давайте начинать, и постепенно, по ходу этого видео, я буду вам давать какие-то полезные советы, лайфхаки, кое-что рассказывать, делиться своим опытом, поэтому смотрите это видео до конца. Для начала я покажу вам зубки Софиши. Как вы видите, они у нее... Юми. Зубки у Софиши беленькие. Чистенькие и все хорошо. Даже дальние клыки мы чистим постоянно, и если образуется камень, то мы его снимаем. У Эйвена, как вы видите, тоже зубки чистые. Вот какие белые у Эйвена дальние клыки. Некоторые спрашивают, почему какие-то черные пятна во рту у собаки. Вот эти вот черные пятна, это просто окрас, это не страшно. Да, вот. Вот моя коробочка с инструментами для ухода за собачками. И вот здесь в этой коробочке хранятся зубная щетка, вот такая вот. Для чистки зубов я пользуюсь вот этой стороной, маленькой, потому что пасти у моих собачек маленькие. Также здесь у меня есть вот такой вот напальчник с резиновой щетиной для массажа десен, чтобы укреплять десны и зубки. Еще, когда мы были в Азии, я подумала, что стоит купить вот такие вот зубные щетки, они будут очень удобны, их удобно держать, как пистолетик, но оказалось, что они очень некачественные, они быстро рассыпались, сломались, потому что пластик дешевый. Нужно аккуратно выбирать средства для ухода, и лучше взять один раз дорогое, которое прослужит вам долго, чем менять постоянно дешевые инструменты. Также у меня здесь есть 2 зубные пасты. Я обе покупала в Азии, в азиатских магазинах. Вот это вот попроще, подешевле. А вот это вот натуральная медицинская паста на травах. И в составе нет никакой химии, она очень хорошая. Набор стоматолога для снимания камней с зубов собачек. Вот такие вот 2 крючочка. Но по опыту я поняла, что вот этим мне пользоваться гораздо удобнее, чем вот этим с закруглением. Зеркальце, которым я практически не пользуюсь. У нас есть отдельное специальное видео, чем и как чистить зубы собачки. Это я сейчас достаточно много положила, можно поменьше. Поэтому обязательно ссылочку оставлю внизу, обязательно пойдите и посмотрите, там все подробно показано и рассказано. Так как у Ивасика камня на зубках нет, мы будем их просто чистить обычной зубной пастой. Кстати, вот есть такой лайфхак. Если у собаки на зубах сильный налет и сильный камень, да, невкусная паста, вы можете использовать обычный помидор. Помидор, как ни странно, помогает снимать налет. Он размягчает его. То есть прям взять помидор, отрезать кусочек и помазать зубы собаки. Да, ты не любишь чистить зубки, Эйвен. А потом уже снимать камень или просто чистить зубы, если камень снимать не надо. Как вы видите, Эйвен и Софи приучены чистить зубки, они не вырываются. Немножко, конечно, им не нравится всем, да? Конечно же, многие собаки не любят чистить зубы, и это нормально, потому что вкус зубной пасты им не очень нравится. Но это очень важно, чистить зубы собаки, потому что иначе они будут больные и быстро выпадут, и собака не сможет кушать. Важно для здоровья, да. Только поэтому я и терплю, мам. Ты видела когда-нибудь зубную щетку, Мишенька? Нет. Это зубная щетка. Один из лайфхаков для того, чтобы приучить собаку чистить зубы, это то, что чем вы будете чистить зубы, вот эти все инструменты, они должны лежать в зоне жизни собаки. Когда она еще не приучена, щенок, например, или взрослая собака,
зубная щетка, зубная паста. Пусть они лежат там, где собака живет, где она играет. Чтобы, когда вы соберетесь чистить зубы, эти предметы не напугали собаку и не были для нее чем-то новым. Она уже их знает, она знает, что это такое, и в следующий раз, когда она их увидит, она не испугается. Ну что, Мишань, будешь в первый раз чистить зубки? Очень много вот этого вот черного. Вот этот вот камень, который мешает, портит зубы. Да, Мишань, покажи, покажи. Мишка не хочет показывать зубки. Вот они, наши клыки, они тоже очень желтые. Это прямо настоящий камень, очень сильный, плотный налет. И сегодня мы, Миша, попробуем почистить зубки от этого камня. Это не очень приятная процедура, это не просто чистка зубов зубной пастой, а мы будем именно снимать камень вот этим вот инструментом. Иначе зубы совсем разрушатся и испортятся. Да, Миш, это не страшно. Смотри, какие штучки. Сейчас мы будем пробовать чистить зубы Мишки. И если она будет вырываться, я расскажу вам еще один лайфхак. Это не страшно и не больно. Вот так будет сидеть нам удобнее всего, если она будет у меня на коленках. И я смогу повернуть ее голову и видеть, что у нас там во рту. Миша, тихо, тихо. Тихо, Миш, тихо. Если вы не уверены в себе, то эту процедуру лучше не проводить самостоятельно, а пойти, например, в салон, как мы ходили, и мы снимали это видео, как Софиша была в салоне, и ей чистили зубки ультразвуком. И если вы не можете почистить зубы собаки, то лучше пойти в салон и почистить там ей зубки Тихо. Вот вырывается, да, Миша. Миша убегает у нас. Ну что ж, придется применить нам один из лайфхаков. Вы берете полотенце и заворачиваете в него собаку, как ребеночка. Чтобы ты вырываться не могла, укутаем Мишку. Выглядит это, конечно, как издевательство над собакой, но, к сожалению, здоровье собаки гораздо важнее. Да, лежись, все нормально. Мише, конечно же, эта процедура неприятна, ей она не нравится, и я ее понимаю прекрасно. А то ж так и будет пахнуть у тебя изо рта невкусно, зубы будут больные. Миша вырывается и ничего делать, конечно же, не хочет. Должны почистить зубки. Миша вырывается и даже головой, и не хочет ничего делать. Надо снять камешек. Вот, молодец, Миша. Молодец, Миша! Молодец, Миша! Ай, Миша, молодец! Мы уже сняли камешек вот с этого большого зуба, достаточно большой кусочек. Для 2 лет на самом деле это количество камня у Миши это слишком много. Не должно быть столько камня у собаки в 2 годика. Несколько зубиков еще осталось. Нет, нет. Нет, все, я не буду больше ее мучить. Вот вы можете видеть разницу. Чищенный зубик, вот этот клык беленький, и зубы, которые дальше идут вот с этим камнем. Их нам пока почистить не удалось. Да, Мишань? Зубной щеткой она более или менее далась чистить, потому что это менее неприятно, чем сколупывать камни с зубов. Но окончательно почистить зубы мне все равно ей не удается, потому что Миша вырывается и не хочет чистить зубы. Это говорит о том, что она явно не приучена чистить зубки, она явно не знает, что такое зубная щетка. Итак, ребята, почему я не стала продолжать чистить зубы Миши? Потому что ее явно нужно к этому приучать. То есть это был ее первый раз, и она испытывает некоторый стресс. Поэтому мы будем приучаться постепенно. Это значит, что, во-первых, все инструменты будут лежать в зоне видимости Миши. Во-вторых, мы будем каждый день пробовать чистить зубы зубной щеточкой и постепенно снимать камень. И когда она будет вести себя хорошо и спокойно, мы будем ее хвалить и, может быть, даже давать лакомство, если она его захочет. А если она будет сопротивляться, мы будем просто игнорировать и продолжать. И делать это будем минут по 5-10 в день, не больше, потому что иначе она будет испытывать еще больший стресс и возненавидит чистку зубов. А наша задача совершенно другая, чтобы она поняла, что когда она спокойная и мы чистим зубки, и ей дают за это лакомство или просто хвалят и гладят, значит, чистка зубов это не опасно, и даже за это хвалят. И поэтому одновременно с этим мы будем приучать еще и Юми. Конечно же, сейчас у нее чистить там особо нечего, потому что зубки очень маленькие, и на них еще ничего нет, никакого налета. Но к зубной щетке и к зубной пасте мы должны ее приучать уже с самого детства, чтобы потом она не испытывала никакого стресса и знала, как Эйвен и Софи, что это такое, что это нужно, и это забота о ней, да? Зай,
Юмизя. И, кстати, сегодня мы все вместе с моими четырьмя собаками на моем лайв-канале Annie Magic, я ссылочку оставлю в моем комментарии, пробовали колбасу за 10 рублей. Конечно же, они ее не ели, но зато я приняла очень жесткий вызов. Поэтому обязательно после просмотра этого ролика пойдите и посмотрите. Ребят, если вы хотите еще полезных роликов о том, как приучить, как отучить, дрессировка, жизнь с щеночком, ставьте лайк этому видео, и благодаря вашим лайкам я пойму, насколько вам важна эта информация. Кстати, не забывайте, что случайные комментарии без лайков и ответных комментариев попадают в наши ролики. Да? А вот этим ребятам, чьи имена вы видите на экране, мы передаем приветик за случайные репосты из нашей группы ВКонтакте или с моей страницы ВК. А с вами была волшебная семейка, мы вас любим. Пока! Если ты не редиска, поставь лайк, нажми подписку и оставь свой комментарий. Да-да-да-да-да-да-да. Юми, перестань, ты же портишь песню. Юми, пусть слова, которые тебе сказали. Лялики, смотри её, лялики, смотри её. По-моему, мы запороли песню. Да уж.